Всем привет, сравнение смартфонов Xiaomi Mi Mix 2S и Xiaomi Mi 8. По стоимости наличия можете сравнить эти смартфоны в описании к этому видео, но стоимость их сейчас примерно одинакова. Теперь давайте о внешнем виде. Начнем мы с Xiaomi Mi Mix 2S. Смартфон сделан из стекла и металла, сзади и спереди закаленное стекло и металлическая окантовка. Сзади находится двойная камера LED-вспышка и датчик отпечатка пальцев. На передней части дисплей полностью на всю переднюю часть смартфона, и вот здесь вот снизу фронтальная камера, а сверху прорезь для динамика, еле заметная. Слева слот для двух нано-сим карточек, справа кнопка включения и кнопка регулировки громкости. Снизу порт USB Type-C, микрофон, динамик. Смартфоны похожи, отличаются, конечно, не спереди, отличаются по габаритам. Тут экран почти на всю переднюю часть смартфона, есть козырек, где находится фронтальная камера, разговорная динамика и датчики приближения освещения. Тут все-таки фронтальная камера в более удобном и привычном расположении. Тут она находится вот здесь вот снизу. Слева слот, также для двух нано-сим карточек. Справа кнопка включения, кнопки игровки громкости, сверху нет ничего, снизу порт USB Type-C, динамик, микрофон. По размещению элементов управления они идентичны, сзади также двойные камеры, вспышка и датчики отпечатка пальцев. Сзади они тоже очень похожи, но отличаются чуть-чуть габаритами. Вот также сделаны стекла и металла Xiaomi Mi 8, которые вот справа, и слева Mi Mix 2S. Металлическая окантовка. Теперь хочу сказать пару слов о комплектации. Давайте я вам покажу комплектацию Mi 8. Вот обычная коробка. Вот открываем ее. То есть тут комплектация ничем не примечательная. Кабель и блок для зарядки. И чехольчик идет в комплектации вместе с переходником для наушников с USB Type-C и скрепкой. То есть обычная комплектация. У Mi Mix 2S комплектация не отличается, но отличается коробка и вообще подход. Видим, какая тут коробка, как у премиального дорогого устройства. Идет открытка такая вот в комплектации, и дальше вот все красиво упаковано. А сама комплектация не отличается, также кабель, блок, чехольчик и переходник, но подход к комплектации отличается. Не знаю, почему так, ведь устройство находится в одной ценовой категории, но все упаковано у Mi Mix 2S намного интересней. Что ж, теперь включим устройство. Делаем это одновременно, посмотрим, кто быстрее загрузится. Mi 8 загрузился быстрее, кнопки зажал я одновременно. Вот, и теперь идем дальше. Дисплей у смартфона Mi Mix 2S 6 дюймов. Разрешение этого дисплея 2160 на 1080 точек. Это 403 ppi. Чуть получше дисплей по разрешению 2248 на 1080 точек у Mi 8. И чуть он больше, 6,2 дюйма. А плотность пикселей 402 ppi. Перейдем в настройки, посмотрим на версии операционных систем о телефоне. Версия Android 8.0.0 у Mi Mix 2S против 8.1.0 у Mi 8. Mi Global 10.0, что там, одинаковая версия. Вот, по оперативной памяти по 6 ГБ, встроенной памяти по 64 ГБ, процессоры и видеоускорители также у смартфонов одинаковы. Перейдем к Geekbench 4. И посмотрим на результаты тестов. Но они не должны сильно отличаться. Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8-ядерный, что там одинаковые процессоры, видеоускорители Adreno 630. Ну вот чуть лучше по разрешению дисплей, но чуть, видите, на 1 ppi меньше у Mi 8. Давайте теперь посмотрим на результаты тестов. Ну тут разницы в принципе нет, так как и должно быть, но для справки показываю и результат видеоускорителя. Закрываем Antutu Benchmark. В Antutu Benchmark, видите, есть разница на 20 тысяч пунктов мощнее Mi 8 рейтинг. Видите, Mi 8 на четвертом месте,
вот на 6 в среднем, это наше устройство на 4, а Mi Mix 2S идет на 10. Тут, видите, к сожалению, не подгружается рейтинг, но идет на 10, то есть чуточку мощнее Mi 8. Закрываем. Переходим теперь к следующему тесту. Это тест игровой. Для этого запустим тяжелую игрушку GTA San Andreas. Посмотрим, как она работает на максимальных настройках графики. Так, что-то с яркостью. Или это так? Не, яркость стоит максимальная. Просто дует дисплей получше на Mi 8. Так, что там выставлена максимальная графика? Перезапустим, там всплыло какое-то окно неприятное. Так, запускаем игру. Вот игра запустилась. Давайте пока поставим на паузу, посмотрим, как работает на Mi Mix 2S на максимальной графике. В обзоре я говорил, что GTA San Andreas чуточку подтормаживает на этом устройстве, но в принципе на максималках играбельно, то есть работает на игра на пятерочку. Ну вот иногда есть тормоза, не знаю, будут ли они вам заметны, возможно, все-таки на видео это не будет заметно. Ну вот я вижу, что есть тормоза небольшие, но играть можно. На Mi 8 игра работает на такой же графике. Так. Но все-таки тут кажется, что чуточку лучше работает. Не знаю, пока лагов не вижу, каких-то таких заметных. Сейчас вот сели в машину, будет более заметно. Да, в принципе, одинаково работает игра. Тут тоже иногда бывают небольшие подтормаживания. Ну, что там на игровой процесс это не влияет. И вообще на максималках можно играть без проблем. Но все-таки небольшие тормоза есть, что там. Игра работает одинаково на этих устройствах, как и должно быть. Вот, и теперь переходим в следующий тест. Тест камеры. Камеры основные по 12 мегапикселей, 12 плюс 12 мегапикселей. А фронтальная камера у Mi Mix 2S, у Mi 8 20 мегапикселей, у Mi Mix 2S. Сейчас я вам скажу, подгляну, потому что точно не помню, но там значительно меньше. Да, тут всего лишь 5 мегапикселей фронтальная камера, а тут 20. Вот, и теперь покажу вам примеры снимков на основные камеры этих устройств. В сравнении, выведу их на экран, вы сможете оценить их качество. По автономности, что там установлена батарейка 3400 мАч, и разницы в автономности между ними нет. При одинаковой нагрузке они работают плюс-минус одинаковое количество времени. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maxi Mobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!